передаем. Конкурсы, эстафеты и, конечно же, призы. На детской площадке на улице Говорова, 16, прошел праздник двора. Сегодня возраст детей от 3 и, наверное, лет до 15, до 16. И мы решили сделать, объединить все эти поколения и сделать в основном такой спортивный актив, провести эстафеты, также проверить их творческое направление, потому что мы сегодня будем, они у нас будут и танцевать, и петь, поэтому мы стараемся, чтобы это была такая активная программа. Веселились и взрослые, и дети. Каждый смог принять участие в танцевальных конкурсах. Поехали! Так, прыжки должны быть. Такие встречи стали доброй традицией для нашего округа. Это отличный способ провести время с семьей. Екатерина Крамер, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцова».